О, всем привет! Ну что, очень быстро и суетно! Это городской темп. В городе, когда приходит зима, наверное, у многих становится депресняк. От того, что в городе это все слякотно, грязно. Люди вокруг суетятся и спешат. Приезжаю на хутор и я попадаю просто в другой мир. Здесь тишина и спокойствие. Здесь можно думать о вечном работать в удовольствии это вот и есть рай на земле. Главное его видеть. Друзья, но с этого бешеного темпа я предлагаю вам отдохнуть и перенестись, посмотреть на красоту природы, на красоту моего хутора, дома и порелаксировать вместе со мной. О, друзья, вы уже здесь. Я думал, вы все еще любуетесь природой. Я уже работаю. На хуторе Пана Яна сменяются сезоны, сменяется работа. Она однообразная, конечно. Летом я кашу. <с> зимой я шлифую, осенью убираю. Вот, и кто внимательно смотрел мои прошлогодние выпуски. Но ну, а для новичков я скажу, что у меня есть целый плейлист про шлифовку сруба, где я ошлифовал весь дом вручную за всю зиму, вот и потолки. Там очень большая работа проделана, кроме того, что мы шлифовали, еще убрали всю засыпку, утеплитель, тоже вынесли ее, потому что столетняя... столетний утеплитель, он может и утепляет что-нибудь, но пыли и всякого мусора он собрал там знатно. Так вот, сейчас я вам расскажу, спущусь, что я тут делаю. Итак, мне надо отшлифовать вот под этой частью. Видите, тут осталось вот одно место, вот где черное, недошлифованное. Вот это сейчас я дошлифую. Тут это быстро. Так, я привез с собой вот такие брусы, их надо сюда установить мне. Это пол, получается, второго этажа. Здесь еще потолок есть. Вот уже часть установлена, видите, потолка деревянного, да? А вот эта часть, это надо часть эту доделать мне, чтобы, получается, висит вот на этой балке вот эта часть потолка. Она тут, конечно, скреплена, но когда наступаешь сверху, она прогибается, потому что э, мы там отодрали плинтус, а оно держалось по походу на плинтусе. Вот если с этой стороны посмотреть, вот сверху, вот эта часть возле дымохода, она, видите, тут прибита и пол, и все это через вот такие штуки. И здесь не зыбается, а вот в той части потолка зыбается. Ну, короче, мне надо это доделать. И это быстрая работа. Я сейчас доделаю и сразу включаюсь, вам показываю не менее интересную работу. Вы обалдеете, куда я полезу. Световой день короток, поэтому надо мне переместиться в другое место и сделать очень важную работу. Заделать эту щель, ведь я вводил трубу наверх, разбирал ее, там она была такая неважная. Ну и вот сейчас я подпенил, там, но ну это недостаточно. Все равно проникает сюда по дымоходу, так как у меня даже нет выдра, например, я не делал вот это распушение кирпича, для меня это было сложно. Я рассчитывал, что я с легкостью сюда закажу фартук. Но тут так не оказалось. Очень много факторов. Наклон крыши, то есть надо сюда звать мастера. Мне надо сегодня это все загидроизолировать. У меня есть два рулона технониколь лента Никобенда, лента герметик. Вот я этой лентой герметиком и буду делать вот эту фартук, чтобы она приклеилась к дымоходу и приклеилась к основанию, которая, ну, крыши, чтобы защитить. Эта лента проверенная, очень классная. Видите, такую широкую я купил. Сейчас я ее разогреваю, чтобы она была потеплее, потому что ну, надо, чтобы она нормально схватилась. Взял паяльную лампу. Сейчас полезем с вами наверх. Опасненько, как говорится. <связь> Нигде нету потолка. Ну, тут есть там дальше, но тут нету. А вот и свет в конце тоннеля. Вылазим наверх. Ну что, друзья, какая красота вокруг, а? На крыше дома моего. Вот так вот. Не знаю, как звук будет. Аппаратуру сюда не могу затащить. Боюсь, что упадет. Вот у меня шпатель. Я тут отваливается. Все чищу, чтобы приклеить ленту. Проблема вся в том, что, как оказалось, фартук не так просто купить. Я что-то думал, ну закажу, закажу, все. Как коснулось дело, Оказывается, у нас не так это все просто. Тут надо знать угол наклона, как он идет, куда он идет. Короче, чтобы пригласить мастера, тут в нашем городе нет таких людей. Соседнего 300 рублей запросил человек за приезд просто. Я ему говорю, так это такси, давайте я вас привезу, будет дешевле. Нет, говорит, я только поеду так. Ну, что-то не могу понять, на чем он зарабатывает, на дымоходах или на поездках. Вот, ну, мы не сошлись, в общем. Поэтому решил сам делать. Сейчас сделаю. Мне на некоторое время хватит. Потому что сейчас буду ремонт делать, а потечет. Весна придет, все потечет, либо тут зима, оттепели будут, все будет протекать. Надо сейчас сделать. Сейчас пойду полезу за паяльной лампой. О, полез! Хорошо еще пока не сильный снег сыпет. Но обещают бурю. Что-то я смотрю по погоде. Не угадали, наверное, опять. Ну еще только утро. Погода переменчивая. К обеду может быть так вжим, вжимит. Паяльная лампа у меня. Так, надо. Ай, спички. Вот раньше делали спички хорошие. сейчас спички вообще ни о чем. Не загораются. Не работают нормально, короче, как надо. А, ну что ты будешь делать? И вот не отцеревшие жизнь. Лежали возле печки. наконец-то удалось зажечь. Конечно, паяльная лампа не очень удобна. Но бензиновая в этом плане, ой, вернее газовая, не хватило бы ее. Это нормально, сейчас разогреется. он вам показываю на крыше. Тут лампу зажигаю. Я уже принес ленту. Буду ее клеить. Это решение временное, но она постоит надо, сколько надо. Она не боится, у излучений. Специально кровельная лента. Очень крутая. Липкая клейкая. Так, надо сейчас отмерить, сколько мне здесь надо. И отрезать. Я ее хорошенько разогрел. Очень клейкий слой. Я начну отсюда. Опа. Схватывается моментально. Так, ну что, у меня остался самый сложный этап. Это с той стороны надо как-то туда, не знаю, то ли перебираться как-то, то ли что-то еще делать. Ну, короче, я уже вам снимать не буду эти опасности, чтобы вы не охали, не ахали. Завершу сам, потом включусь. Хочу вам сказать, что эту работу я завершил. Значит, получилось, это вот так вот выглядит. Все везде проклеено. Очень классная штука, доволен вообще этой штукой Ника Бенд. Вот с этой стороны вот так это выглядит. Тоже все проклеено. С этой стороны проклеено. Спереди все проклеено. Все, теперь вода не должна затекать. Даже когда начнет таять, тут все ну, по самому дымоходу вода будет течь. Ну, здесь вот лежит. Наверху лежит вот такая подушка внутри, видите, сыровато. Надо сюда обязательно делать оголовок. Без этого на хуторе никак. И вообще, конечно, у нас вообще никаких не делают. Я видел, там есть самые такие простые, по 45 белорусских рублей, из тонкого такого железа. Хочется, конечно, кованный, чтобы был с таким, это не знаю, как это ригель называется. Ну, с указанием ветра, петушка хочется мне сюда, где север, где юг. Вот такие елочки. Такой пейзаж у нас красивый с крыши моего дома. Но техника не выдерживает, уже выключается. И начинает идти снежок. Так, свиные ножки закипели. Уже варятся минут 10, еще 5 минут, и буду уменять воду. И пока первый раз варятся ножки, это 15 минут, напоминаю, они должны вариться, я вам расскажу основные ингредиенты для приготовления ножек. Ну, сами ножки, понятно, вы уже видели. Дальше необходимо чеснок копченый, перец душистый, молотый, паприка копченая, семечки кунжута для украшения, морковочка. Это сейчас для варки. Лук тоже для варки. Одна... один чесночок будет для варки. Имбирь. Перчик буду ложить. Потом дальше у нас тут вот спрятались перец горошком черный. Гвоздика. лавренти Палыч. Лавровый лист. Обязательно соевый соус. Потом уксус. Можно яблочный лучше, если у вас есть. Если нет, то можно обыкновенный. Для остроты чили вот такой и вот такое горчица ну и обязательно мед мед мы же будем в конце все это карамелизировать ну и на подавать надо с напитком ну у меня это пиво нулевка так как я алкоголь не пью надо мне уже сейчас буду делать смену воды Так, вот такой соус приготовил. Получается, он такой кисло-сладкий. Это очень вкусно будет. Сейчас я это все... Как здесь только обжарится, я отправлю сюда. друзья я вот уже приговорил часть оказывается видео не записалось но я вам хочу сказать что ножки вкусные очень это очень полезный продукт тут много содержится коллагена очень полезно для нашей кожи для наших суставов я еще одну ножку съем вам уже на видео очень вкусно приготовились полностью Ко мне на огонек на наш пир попал и брат Никита. Случайно заехал и отведал ножик. Ему очень понравились, а еще мы знатно покопали его машину. Он застрял. В этот день очень много выпало снега. Друзья, у меня очень много остается видео, которые не входят в основной ролик. И я решил создать группу в Телеграме, где буду выкладывать и постить эти видео, делиться с вами. Там э, очень интересные и смешные казусные моменты, как правило, попадаются. Поэтому приглашаю вас. Ссылку я оставлю в описании. Переходите, добавляйтесь. Там же есть и группа на обсуждение. Можете писать свои предложения, улучшения. Всех вас приглашаю, друзья. Еще раз хочу сказать, для чего же я лазил на крышу. Может быть, кто-то там перемотками смотрит. Значит, смотрите, вот эти видите разводы вот эти риги текучие, которые текли, это все текло вот здесь, где дымоход, по самому дымоходу. Вот, здесь вот так вот влажно получается. Вот даже, видите, снег сюда задувало. Я вам про другое. Смотрите, на втором этаже, почему я вообще, в принципе, озаботился? Да потому что я уже здесь начну делать ремонт. И не хочется, чтобы все это замочило, все то, что я сделаю, все снова пролилось. Значит, Концепция моего ремонта следующая. Я уже занимался измерениями некоторыми, но когда коснулся, там, скажем, суть до дела, дошло до, до, реальности, мне, оказывается, не хватает размеров. Например, не хватает размеров. Какое расстояние вот от пола до подоконника, до окна? Какое окно вообще размером? То есть, как бы у меня стенки померены, померил я. Ну, общая длина есть, а вот этих всех размеров нету. Они очень важны, поэтому я их буду наносить. Я пока вот себе взял такой листочек, бумажку, отчертил. Ну и чтобы вы понимали, простые стены, это двери, это окна нарисованы, это идут балки, а это вот дымоход. Мне это все нужно обыграть. Эта комната будет ну, что-то вроде кабинета, может быть какая-нибудь спальня когда-нибудь но пока будет ремонтироваться весь дом ведь это ну надо быть отдавать себе так скажем отчет в том что я делаю это не за один год может конечно все возможно сделать если там упереться и захотеть это сделать да но я думаю что у меня займет это как минимум еще года два поэтому эта комната будет самый первый жилой вот к чему я вас всех уведу. Значит, что я буду ремонтировать? Мне вот эти стены, с большего они все останутся. Но у меня есть одна стенка, вот где я выпилил. Здесь сильно было выбито шашелем. И я вот это все так вот, видите, до живого повыгрызал. Как я думаю обыграть? Я думаю сделать, например, вот здесь стойку. Представляете вот такую стойку и отсюда вот так вот до сюда тоже вот такую стойку на другой стенце, вот на, на этой стенке и на этой стенке. Конечно, в идеале было бы хорошо, если это шло бы по, хотя бы по балку в этот. но вот выпилено у меня здесь дальше балки, видите, вот балка и вот дальше. И вот эту часть переднюю тоже всю зашить, например, взять я не знаю, ну грабылем каким-нибудь, можно вагонкой сама, ну сама проще, что есть купить вот вообще в любых магазинах, это вагонка. Потому что, ну, как-то ж надо вот это и спрятать. Думал я делать, выпиливать такие сюда вот доску набиваешь, и потом ее тут уже по месту подгоняешь. Ну, подогнать-то можно, но оно будет смотреться некрасиво. Все равно придется чем-то закрывать. Значит, прежде чем вот эту часть, вообще вот этот весь фартук, так, с окнами, взять бы, да чем-нибудь зашить. Потому что, ну, например, вот есть тоже выбитый, видите? И это уже, уже никак не обыграешь. Если, скажем, вот такие повыбиваны, это красиво смотрится, когда оно залокируется, вообще, ну, обработается там маслом, либо лаком, оно будет смотреться красиво. А вот уже есть такие серьезные боли повреждения, вот они уже будут похуже. И поэтому надо это все, так скажем, задекорировать. Окна Окна я буду реставрировать обязательно. Кто бы что ни говорил, какие пластиковые не ставь. Здесь в этой комнате будут и останутся такие деревянные окна. И я их попробую отреставрировать. Это будет дальше в роликах. Вы все увидите. Здесь будут ставни. Это будут настоящие деревенские старые окна. И я их, ну, думаю, что я их смогу восстановить. Там как пойдет еще неизвестно, может быть я буду вставлять деревянные, такие же, только ну, новые, но хочется вот эти восстановить, и об этом чуть позже. По поводу дизайнеров, пробовал я связываться, есть ребята очень крутые, круче меня в 300 раз, и там деньги совсем крутые, которых я не могу выделить и позволить себе заказать у них дизайн проект вот этой комнаты, это ну, просто дизайн проект, мне озвучили, самое дешевое. Это тысячу долларов. Ну, для меня это много для того, чтобы отдать. Поэтому я буду делать все сам. Буду черпать идеи из интернета. Мой подписчик Оксана мне в Инстаграме написала приложение, которым я пользуюсь. Там есть очень много интересных фотографий интерьеров домов в стиле кантри который будет здесь. Вообще, конечно, у меня очень много идей там сделать в советском стиле. Возможно, кто-нибудь... Из 30 тысяч, кто посмотрит этот ролик, ну, либо больше, кто посмотрит, как бы 30 тысяч у меня подписчиков, возможно, кто-нибудь мне поможет в этом плане. Может, есть люди, которые работают с этим делом. И вы мне, так скажем, подсобите. Это было бы очень здорово. Готов на рекламу сотрудничать. Готов сотрудничать и деньгами, но не такими, которыми вот я озвучил. Если вы готовы взяться за дешевле, за идею, за интерес. Ладно, надо мне мерить. Сейчас я буду мерить. думаю, как бы мне увеличить высоту потолка. Ведь потолок здесь 207 сантиметров, получается, до балки, вот до этой, от пола. Я могу обыграть только следующим образом. Если, например, я куплю доску шириной, надо померить какой-нибудь, сейчас вот я примеру, примерю, и положить ее вот сверху на эти бельки, плоскую доску, а уже на эту доску ложить вот эти доски потому что часть досок от которые натуральные родные я хочу сохранить мне тут не хватает немного придется доделывать вот здесь я буду доделывать вот здесь получается сама уже пролет в среднем везде по 120 сантиметров между балками а здесь 112 получается и значит вот это надо мне вот здесь все будет ну вот здесь вот эта стенка вот этот угол и вот это самое худшее там вот еще видите зияют дыры это в результате того что здесь немного просели основные балки которые идут на дом но ну, по дому ну плюс ко всему тут наверное сама древесина усела и так получилось дом относить вот именно сам дом которая вот нижняя часть руба стоит ровно немного просели балки и вот здесь просела, потому что здесь стояла большая печка тяжелая из кирпича сложенная. Ну и тут же кухня была, тоже печь, понимаете, все время пары шел. Ну, это не критично, ничего не свалится, не упадет. То есть по поводу этого не стоит переживать. Проводку здесь я буду делать скрытую. Она здесь нигде не будет фигурировать. Значит, она будет проходить через стену. Я буду прокручивать через стену, делать закладные и проводить проводку. Вот, например, розеточку надо сделать, значит, спустил. Единственное, что так не получится сделать только вот с этой стенкой. Если я здесь захочу делать проводку, потому что вот эти все стены, они снаружи можно это сделать, потому что снаружи простой сруб и завести проводку со стороны вот с этой стороны, просверлить. Отверстие сделать закладную вообще никакого труда не составляет. Весь план надо делать очень важный и точный. План с коммуникациями в плане электрики. Освещение нужно продумать. Я думаю, будет у меня настенное освещение. И еще у меня есть идея вот в эти балки вмонтировать светильники. Как это сделать? Пока вам сейчас расскажу такую свою примитивную, пока у меня в голове еще в детали не вдавался, возможно, технически это сделать ну, будет некорректно в плане, что я сильно ослаблю балку. Но есть такие светильники, которые вот вмонтируются вот по, по принципу круга, они вмонтируются, и потом можно их будет поворачивать. То есть у меня будет освещение именно настенное, и здесь вот эти светильники через балки я проведу, и потом будут вот, вот этот светильник, да, мой. И... Ой. Светильник выключился, когда он надо. Вот светильник у меня. И я потом смогу его вот так вот поворачивать, направлять. И здесь тогда будет достаточно света. Дальше. Здесь вот, где дымоход идет. Я вижу здесь чугунную печку с блинами пока что для приготовления. Потому что это будет кухня такая основная. Ну и с такой дверцей стеклянной, чтобы можно было смотреть, наблюдать э, за тем, как горят дрова. В этом уголке, я думаю, сделать временную кухню. Вот здесь. Ну, а здесь тут где-то кровать поставить. Тут сильно не разыграешься. Ну, а здесь сделать рабочую зону. Надо стол. На стол, который можно будет, к примеру, такой ширины, чтобы можно было сесть. Как-нибудь э, подушечек, да, чтобы он, например, стол был к стене прям. И наблюдать в окошко, смотреть вот за природой чтобы наблюдать за елочкой, ну сидеть и, короче, медитировать. Вот поэтому я это и планирую сделать. Какое буду делать мебелью точно, я не знаю. Знаю, что хочу оставить много дерева вот это, вот эти двери останутся здесь, вот этот пол здесь и останется, его отшлифую. Уже есть машинки у нас тут вот, даже в нашем городе можно взять. Но это будет все потом, потому что стены еще раз буду перешлифовывать. Представляете, вот это будет супер перешлифовка. Вот потолок не буду трогать. Только единственное, вот когда буду отдирать вот эти плинтуса, потому что они загнаны вот на такие здоровенные гвозди, может быть, я смогу реноватором там сверху, ну, не знаю. Короче, это будет техническое, это все будет потом. Но суть в том, что вот потолок оставляю, а вот это все еще перешлифовываю и потом, скорее всего, буду покрывать маслом. Но хочу скорее купить печку, потому что, чтобы работать здесь комфортно. Но вы скажете, как купить печку, что я буду отапливать это все помещение. Да, еще нужен утеплитель на потолок. Законопатить стены, где это нужно. И сюда нужен утеплитель. Утеплитель я вижу эковато. Сначала тоненький спанбонд, легкий, а затем эковато уложим. Green Pal, наша молодеченская, очень классная штука. Кто не, не знаком, почитайте, может вы тоже себе примените. Потому что все эти раскатные, матные рулоны, возможно, может быть я применю, но хочу пока эковату. Вообще натуральность, то же самое в принципе, что костра. Ну, костры сейчас не достанешь, а вот эковату можно, но дорогая штука. Ой, ну что, вам наговорил много тут про вот эту. Еще больше, наверное, я вам скажу там. Э, за компьютером, но суть в том, что все, конечно, хорошо, это когда вот у вас на бумажечке, вот такая э, штукенция есть, да, но сейчас уже бумажками мало кто пользуется. Все в компьютерах. Поэтому, друзья, перемещаемся в компьютер. Друзья, уж пятый день, как я корпею над техническим и э, графическим дизайном своей комнаты. Пока получается не очень хорошо. Перебрал миллион разных программ. Для себя выбрал самую крутую, которую осваиваю. Это SketchUp. А также вот в которой я нарисовал графический дизайн, чтобы вам хотя бы немножко показать наглядно. Это Home 3D Line или Line 3D Home. Мебели здесь недостаточно, которые бы мне хотелось вам показать. Ну, что-то из стандартного набора я выбрал, хотя бы приблизительно вы сейчас увидите. Параллельно, конечно же, монтирую ролики, времени катастрофически ни на что не хватает, а душа рвется на хутор. Хочу уже воплощать это все в жизнь и скорее начать ремонт. Но пока идем, друзья, посмотрите, что я вообще, как это вижу. Сейчас я вам покажу. Ну что, поехали. Заходим в дверной проем, попадаем в комнату. Ну вот так я вижу диван. Обратите внимание на настенное освещение. Сейчас отодвинемся от стенки. И тут вы видите дымоход я сообразил из большого камина. И вот такая печка у меня в голове. Но правда с блинами для того, чтобы приготовить. Здесь это польский гарнитур я поставил. Картина. Также телескоп, чтобы наблюдать за звездами в окошко. Ну и вот такой стол, который я говорил, во всю ширину. Вот так можно передвигать тубареточки. Тут я вас немножко знакомлю с программой самой. Ну а дальше сейчас попробуем с вами поставить вот из того, что есть. Тут можно, например, вот что мы сейчас выберем. Вот кухня. И можно здесь из кухни выбрать всякие разные наборы, которые меня интересуют. Так как я хочу поставить временную кухню, то вот в принципе я оставлю приложение. Тут можно развернуть, поставить и потом подогнать еще необходимый нужный размер. Так, подгоняю по размеру. Потом вижу, что у меня стоит мой дымоход не в том месте, где нужно. Ведь в настоящем он стоит совсем вплотную к двери. То есть э, от двери отделяет всего лишь 10 сантиметров, отступ это сама окосячная система. Вот все передвигаю. И вот так будет кухонька. Подвигаю ее к стенке. Это, напоминаю, временная кухня. То есть это не постоянная. Потом можно будет на что-нибудь заменить, на какие-нибудь комоды, например, для хранения вещей. Ну, и надо еще выбрать ящик для, где будет храниться посуда, продукты. То есть это такая минимальная кухонька. Что-нибудь еще можно придумать, тут можно обыгрывать. Это уж как тут, так скажем, душа э, играет. Ну, параллельно, пока вот тут я все еще ищу, ищу всякие там что-нибудь еще поставить, еще вот барный сто столик, чтобы поставить, я вам э, хочу обратить ваше внимание на стены видите здесь стены я выбрал темные и я думаю что будет темно поэтому необходимо будет это сразу учесть и покрасить стены в какой-то более светлый цвет то есть использовать более светлую краску пропитку чтобы осветлить стены ведь окошки на самом деле ну достаточно маленькие для того чтобы туда поступало много света Думаю, мне еще понадобится какой-нибудь столик для того, чтобы можно было покушать, сесть нормально. Вот выбираю из того, что тоже есть. Выбор не сильно богатый, но, в принципе, схематически понять, станет ли сюда та или иная мебель, это возможно. Вот устанавливаю хотя бы такой столик. Конечно, представить, как это будет выглядеть, очень интересно, очень классно. Можно играться разной мебелью, пробовать разные ставить всякие пуфики, кресла. Но это все такая лирика, как бы ни о чем, хорошо визуализировать себе, показать, как это возможно. Ну, это не основное. Самое основное, сейчас я вам покажу дальше. Единственное, что мы сейчас... Единственное, что гляньте, как это выглядит, вот все вид сверху, то есть представьте эту всю комнату. Вот, ну, так получается, не хватает на полу исключительно ковра. Получилось так, что и ковер на стенку также негде вешать. Все будет занято, но ну, если только за диваном, например. Потому что польский гарнитур занимает тоже половину стенки. Ну вот это все с этим. А сейчас вот эта программа SketchUp. По ней достаточно много туториалов и разных обучающих видео на YouTube. Но одно дело когда там рассказывают, еще очень важно найти своего рассказчика, как кто объясняет, подача и все остальное. Очень мало людей пока я нашел, которых бы можно было бы смотреть. Все очень растянуто, как-то все не про то. Тут вот я нарисовал короб, но на самом деле эта программа очень крутая. Она можно, ну, например, построить э, с неправильными стенами, вот которые находятся у меня на хуторе. Потому что, например, одна стенка длиной 640 см, вторая стенка длиной 644 см. То есть получается не прямоугольник, а какой то неправильная фигура. И здесь вот я это отрисую. Отрисую здесь и балки, но надо разобраться для того, чтобы... Понимать, хотя, вот в принципе, для расстановки мебели мне э, это не обязательно, все равно все материалы я буду подгонять по месту, например, вот все доски и все остальное это же все будет подгоняться уже по месту, подрезаться. Но хотелось бы, конечно, сделать вот такой план. Ну, и в принципе, освоить эту программу SketchUp это очень мощный инструмент для строителей, для дизайнеров. Здесь вот для строителей очень важно. Например, я буду строить какие-нибудь другие сооружения, там, которые я называл. Те же самые баню. Много же надо всяких построить, дровничков, ну, всего. И вот в этой программе можно абсолютно все рассчитать. Это будет вот когда строишь, у тебя есть план, это ну, намного облегчает труд. Понимаешь, сколько нужно материала, все можно просчитать. Так что параллельно изучению монтажных программ я учусь и вот такой программе. Конечно же, мне очень нравится все делать по наитию, быстро, так скажем, по месту. Но намного правильнее и намного получится экономить бюджет, когда вот научишься вот так вот строить именно по плану который ну и создал 3d всякая визуализация поможет понять как это будет выглядеть еще до момента стройки но сейчас я вам предлагаю вернуться обратно на хутор с приходом зимы на хутор очень хорошо отчетливо видны следы животных. Вот, например, пришла лиса. Это я увидел на камере. Это было ночью, где-то около часа ночи. Сейчас утро и вон ходят козочки. Такие вот они красавицы. Ну, а также очень интересно заблюдать за луной. Вот лунная ночь и как меняется тень, как она вот переходит. То есть это разные часы и вот так вот можно наблюдать за луной. Ну, а тем временем на хутор пришел вечер и вот появилась такая красавица луна осветила хутор. Вот такие красивые сочные фотографии получились. Я их запостил в сообществе и спросил у вас, дорогие мои подписчики, что же это, восход или закат? И на самом деле это восход Луны. Вот сейчас видны фотографии отчетливо на хуторе, можно разглядеть звезды на небе. Такой красивый дом, так красиво светятся в нем окошки вечером. Получились очень сочные и классные фотографии. Журавль красавец на фоне луны. Правда, в этом году я волка не слышал ни разу. В прошлом году волк по осени в этот период уже выл. Может быть и тут приходит. Но пока на камерах волка еще не встречал, только лесу. Фотки получились обалденные. Друзья, рассказываем, что я тут гаражу. Так, поскольку я работаю все время один, значит, вот эту часть, я вот только что был на втором этаже, вы видели, я там все дело это замерял, и у меня получилась разница в 2 сантиметра между э, начальной точкой, которая находится у окна, за счет того, что вот просил этот пол, и, э, то есть, 209, получается, до балки вот в этой части и 207 другой, ну а в самом краю еще больше. Ну вот я его поднял, <с> такая штука импровизированная у меня, да, а, вот. И мне надо сейчас сюда будет закрепить. Главное это чтобы было равномерно. Ой, главное, чтобы было это равномерно, но оно неравномерно. Здесь получается просевшая часть, и надо мне сходить наверх, посмотреть, как это выглядит сверху, и потом я вернусь. Так, ну а вверху это выглядит а, вот таким вот образом. И что я бы хотел сказать вам. Что бы я хотел вам сказать, что, наверное, надо чуточку, чуточку, надо приспустить, ведь оно было. Сейчас я посмотрю, где похоже, кстати. Да, эта часть осевшая, а здесь похоже. Вот я так и буду крепить. Можно, конечно, сделать, например, взять большой шуруп. И шурупом так вот захрепить, но надо супер мощный шуруп, так у нас не получится. Да уж. И гляньте, друзья, видите сколько мусора? Представляете? Это все еще осыпалось сверху, и вот надо туда мне в наверх еще залезть будет, и все это дело пропылесосить. О, у нас поднялся ветер. И, кстати, удивительно, не продул. Тут я слышал его, а так он не проник в сруб. Это хорошо. Друзья, случился эпик фейл. Я потерял насадку для закручивания шурупов. Нашел у себя две штуки целые, но они не под... Короче, мне надо ПЗ, а здесь ПАшки. У меня есть три, такие, как мне нужно, где-то лежат, но я их не нашел. Но тут небольшая беда, как бы вот это доделать поставить пять минут закрутить сегодняшний день был очень ударным я отработал много времени на крыше заклеил это все сделал прочно ну лента неникаben конечно отстоит и выдержит но все равно фартух я обязательно закажу тут надо все дело еще раз там попроектировать подумать как это лучше сделать и кому-нибудь отдать найти вообще толкового человека который мне это все дело сделает я спешу домой еще по другой причине. Хочу скорее начать вот эту планировку техническую, розетки все предусмотреть, все это сделать и приступить как можно скорее к ремонту, утеплению второго этажа. Друзья, у меня есть время, вы можете мне помочь в этом. Можете прислать свои идеи, как вы видите, этот дом. Но я хочу сделать ее в стиле кантри и немножко с закосом под э, СССР. Ну, не бабушкину комнату, а что-нибудь такое интересное. Какой-нибудь польский гарнитур, да, э, где еще сверху добавили. Просто сейчас зима, вспоминается сразу э, ирония судьбы, как бы Новый год вот уж скоро. Ну, еще не скоро, но у меня уже, когда приезжаю на хутор, вот здесь становится такое хорошее приподнятое настроение. Так что я от вас жду ваших идей, соберем все вместе, по крупичке, по чуть-чуть, и что-нибудь да, сварганим. Поэтому, друзья, сытый, довольный, я еду домой, вам желаю крепкого здоровья, и до скорой встречи, увидимся, пока!